В Беверли-Хиллз проводили в последний путь легендарную актрису Жажу Габбар. На траурную мессу пришли друзья, коллеги и почитатели таланта звезды. Ей было 99 лет, она скончалась от сердечного приступа. Муж актрисы произнес прощальную речь, которая длилась 40 минут. За это время Фредерик фон Анхальт рассказал о последних днях жизни Габбар и о том, как она боролась с болезнями. По словам вдовца, прах звезды будет захоронен на родине. Right now, she's going to go in her home in Bel Air, and from Bel Air, she will finally go home to Budapest. That's where she's going to be buried next to her father. That was her wish, and even I have to make that big trip, and it is a little complicated. But anything for Zsa-Zsa Gabor, I could never say no to Zsa-Zsa Gabor. Жажа Габбар, американская актриса и светская львица, родилась еще в Австро-Венгрии, в Будапеште. Получила известность в середине прошлого века после съемок в фильмах «Мы не женаты» и «Мулен Руж». Она была замужем 9 раз, и знаменитая ее фраза об отношениях с бывшими мужьями очень цитировалась активно. Звучит фраза так: «Я никогда не ссорилась, не сердилась на своих мужей настолько сильно, чтобы возвращать им бриллианты».